Привет! Вот мы и добрались до босса в первом эпизоде Serious M2. И это не просто, знаете, стреляй, пока он умрет. Здесь есть некоторая механика. Как мы видим, здесь расположены катапульты. Оп, летит что-то. А катапультам подходят наши друзья-аватарчики. И мы их должны защищать, пока они швыряются лавовыми шарами в босса. То есть наша задача просто отстреливать дикарей, чтобы они не обижали наших друзей. И все. Видите, да? Маленькие синенькие человечки сделают все за нас. Такое тоже иногда происходит. Босс швыряется периодически всякой фигней. Турец может выдержать максимум 2 удара таких, так что желательно обращать внимание на вот эти вот вещи. На самом деле здесь все довольно быстро может выйти из-под контроля, и горилла может быстро дойти вот до сюда. Уничтожить все катапульты и в пару ударов прикончить нас, но мы справились отлично. Собственно, все. Босс повержен. И первая часть медальона у нас в кармане. Ну и, собственно, это все. Да. Вот такой вот первый эпизод. Не знаю, как вам. Я получил достаточно много удовольствия, проходя в очередной раз с Serious M2. Конкретно вот сейчас вот на записи. И да, я думаю, буду продолжать это дело. Возможно, сделаю некоторый перерыв на какие-то другие проекты. Но обязательно вернусь к этой серии. Ну а на этом у нас все. Спасибо за просмотр и всего доброго.